За минувшие сутки в Татарстане зафиксировано 85 новых случаев коронавируса, все контактные, треть в Казани. В России ежесуточный прирост больных продолжает снижаться, за минувший день меньше 17 тысяч. Утренний пожар в Арском районе унес жизнь мужчины. Все случилось в 8 утра. Сгорел бревенчатый дом в селе Тюбяк-Чекурча. Всего же за сутки в Татарстане произошли 14 пожаров. С начала года их было 321. 8 мер социальной поддержки в пару кликов. В Татарстане запустили цифровую платформу «Забота». Это специальное приложение, которое можно скачать на телефон. Здесь можно подать заявление на получение пособий и субсидий.